Всем привет! Всем привет! Лежу я, значит, никого не трогаю. Я тоже! Ты тоже никого не трогаешь? Да. Коля тут решил диван собрать. Ты что там делаешь? Я собираю диван, мне пофиг вообще. Пофиг, что тут люди лежат. Я не могу вас сдвинуть. Сейчас, подожди. Я тут сижу, видео монтирую. А Коля тут диван задвигает. Так вот. Стой, стой! У нас там под диваном фантики. А кто туда всё. Фантики не кидал? Все, мне пофиг, какие там фантики. Под диваном это не здесь. Под диваном не видно, Максим. Вы, конечно, там как хотите. Хотите, перематывайте. Но кота мы будем все равно показывать. Смотрите, как он лежит. А, то нифига спор, да, жесткий такой был. Там кто-то с кем-то спорил, короче, там прям вот такие сообщения были, вот такие. И вот так, я такой читаю. Мы все прочитали. Ну, я почти даже уснул, пока читал. Опа! Сейчас палец правда насуну тебе, будем знать. Я хотел пойти сейчас покушать. И у нас, короче, вчера произошла такая ситуация. Мы вчера, вечером, короче, поехали к моей сестре. Вот, в гости, и... К твоей бабушке. Пошли, к твоей маме. Короче, как-то так, это самое. И там у них был шлем виртуальной реальности. Максим поиграл, и, в общем, ему очень сильно это все понравилось. Вот, он говорит, что теперь ему тоже нужен такой шлем. Шлем стоит очень-очень дорого. Вот, а у нас были, знаете, такие очки... в который вставляется телефон, там два глаза, как бы, да, ну, и ты их когда одеваешь, как бы, оно все, как бы, типа, в одно сливается, можно на ютубе, да, там включить что-нибудь, и, то есть, ну, без этих очков будет стрёмно видно, вот, как они, не очки, как правильно называется, маска вот эта, вот, ну, и хотели, вот, типа, ее забрать, пойти в гараж, она, по-моему, у нас в гараже, я вчера ее искал, не нашел, и вот сейчас я хочу пойти покушать, и поедем в гараж, будем ее искать. А мы покупали где-то лет, наверное, 5 назад, да? А я знаю, что она в гараже. Да. Ну, что тогда твои штаны искали, и я там нигде не было. Штаны потерял, вот это дело. Я думаю, все помнят. Те, кто нас давно смотрит. Да, у нас есть. Мы там целое видео сняли про то, как Коля штаны потерял. Там видос есть, ну, где-то. Так я, знаешь, нифига, просто я стою, короче, штанов нету. Просто думаю, ну, как так-то? Я, знаешь, ну... Было дело, знаешь, там что-нибудь по улице где-нибудь идешь, ну это как бы я не знаю, как это вообще объяснить. И там, допустим, ну вот штаны валяются. Ну просто было в жизни у меня пару раз такая фигня, что я шел и прям вот, ну, то есть не в мусорке где-то, а прям вот. Я такой думаю, нифига, это как вот это так было, да, вообще? Кто-то шел, жарко стало или что, скинул такой, дальше пошел. И вот у меня просто тоже штаны пропали. Я думаю, как так вообще непонятно, как они так исчезают, блин. Они просто уходят по делам. Ну да, они ушли по делам. Мы съездили за очками, забрали их с гаража. Вот в такой вот они коробке. Ничего на ней вообще не написано, просто черная коробка. Она, правда, вся уже разваливается, но там в ней лежат очочки. Сейчас мы вам покажем очочки. Дай-ка мне телефон. Ребята, смотрите, пока мы были в гараже, я лазил... Короче, на самом верху самая тяжелая коробка, там вот были очки. Я такой думаю, ну это в принципе, да, я думаю, меня сейчас многие поймут. Закон подлости вот этот. И короче, смотрите. Я просто вот весь грязный. Потому что я пока залез наверх, коробка, я не знаю, весит, наверное, как я, блин. Я ее еле обратно запихал. В общем, сейчас придем, Макс сейчас обрадуется. Я тоже, кстати говоря, я там нашел несколько видюшек. Хочу посмотреть в этих очках. Они, правда, все грязные, надо сначала как-то протереть. Ну, сейчас мы их протрем дома и попробуем что-нибудь посмотреть. Макс играл. Вот такие вот очочки. Туда, в общем, вставляется телефончик. Вот сюда. Ой, надо дождаться, пока они полностью это согреются. Ну. Вот сюда вот телефон так вставляется. А как играть? Закрывается. А тут не играть, Максим, тут видео смотреть. Например, на американских горках как ты едешь.
Можно смотреть лево-вправо по сторонам. Макс разочаровался. Макс хочет играть. Да, это тоже, Максим, будет интересно. Да посмотрим, нам, может, и играть можно. Не знаю. Сейчас разберемся. А там вот, Патик, а там нельзя это мультики включать и в них играть? В мультиках точно нельзя играть. Так, нам как-то надо будет протереть. Да. Давай к ней несу. Да еще рано. Подожди, Максим, надо, они прям замерзли очень сильно. Сейчас отойдут, все, и будем смотреть. Я бы типа вообще как-то просто на одной букве еще выигрывал. Хоть и в космос улетал. Меня там представили. Про гоночки свои говорит. Я просто ему скачал там мод, там бесконечное турбо, там и все такое. И, короче, Макс теперь играет. Так интереснее, да, Максим? Ты читер, получается. Я вообще, смотри, когда просто ехал за этим, я вот так вот в небе крутился и потом на это упал. Ну, ясно. И поехал дальше крутиться в этих гонках. Кстати, я из них еще выехал на обычную дорогу. Молодец. Все, Макс поехал. Видишь, ты можешь оглядываться, да, Максим? Тихо, с меня сейчас это упадет. Ну, придерживай. А что он упадет? Ну, это самый маленький размер, у него голова-то не рассчитана на такие вещи. Что, Максим, ты можешь по сторонам смотреть. Плохо, что мы на телеке не видим, да, что он там видит. Ну, да-да-да. О, прикольно там на небе. О, сейчас вниз я еду. Тебе не надо? Нет. Нормально все. Прикольно, да? Сейчас съехал уже. Там можно, короче, скачивать приложения всякие разные и смотреть в этих очках. Мы что-то брали, их недорого они стоят. Че, круто, да? Там хоть вот такой обрыв был, где есть нету. Ну ладно. Я его пью. Короче, сейчас будем сидеть. Сидеть сейчас будем баловаться, короче. Короче, очки тебе не очень, да, понравились? Да, потому что там только те игры, которые мне не нравятся. Да, там игры какие-то не очень. Ну, такие прям совсем. Совсем ерунда, да, Максим? Короче, мы пойдем сейчас лучше на каток сходим. Совсем вот такие игры там. Не советую такую брать. Не берите. На каток идем? Нет. Пойдем одеваться. Пойдем кататься. Сейчас там, наверное, народу на катке очень-очень-очень много. У нас отсюда немножко прям видно совсем каток. Правда, что-то... Да. О, вот так лучше видно. Пойдем кататься? Угу. Пошли, одевайся. Пойдем. А Коля у нас тут в гоночки играет. Вместо Макса. Дома буду дома, да, сидеть. Вообще-то меня вообще-то меня качало не себе. Гонки? Макс решил идти в сапогах. Мы будем играть с ним в хоккей. Взял клюшки, шайбу. И все равно пойдем на каток, да? Знаешь, почему? Почему? Потому что на еду шайба лучше катать. Да. Ну, хорошо. Ты что там жуешь? Кабинку. У меня в кармане еще есть. Да? На всех хватит. Ну понятно, все с тобой. Кто хочет с кабинку, приезжайте. А на улице у нас сегодня тепло, минус 3 всего. Ну, такой ветерок прохладненький. Ну вообще хорошо. Что, Максим? Вот эти все люди сейчас будут кататься на льду. Конечно, сейчас выходной. Теплый день, все на каток пошли. У нас, кстати, один каток всего на весь тут райончик такой, поэтому здесь так много детишек. Все вон на коньках катаются и в хоккей играют, а ты что не захотел? В коньке будь. А, Максим? А я
еще быстрее научусь кататься на коньках. Так ты так и не научишься, если будешь раз в месяц их одевать. Максим, ты сломаешь так клюшку? Пойдем. Макс встретил своего друга на катке, а он на коньках, поэтому Макс тоже захотел коньки. Сейчас домой сбегаю быстренько, возьму коньки, принесу Максу, он переобуется. А я только вышел на улицу, вон они там гуляют, и, короче, они домой собрались идти. Я думаю, ну ё-моё, я только вышел, домой собрались идти. Сейчас маленько прогуляемся вокруг дома. Сейчас я тебе скажу, давай прогуляемся. Да и ну и пойдем тогда. Сейчас надо что-нибудь придумать. Хочу что-нибудь придумать, короче, интересное, что поделать. И вообще не знаю, что можно такое интересное поделать, блин. Что-то я вообще жестко сбился с ритма жизни, так сказать. Я, кстати, вам хотел один секрет рассказать. Я, наверное, не точно, ну 99% я буду увольняться, короче, с этой работы, где я сейчас работаю. Я там отработал где-то 8 или 9 лет примерно. 8 точно, по-моему, 9 все-таки. Вот. Короче, работы вообще не стало. Вообще все там печально и плохо. Вот. Ну, это как бы ладно. Но я сейчас хочу другим делом начать заняться. Не буду говорить каким. Вот. Потому что все, что я говорю, потом у меня, короче, все вообще ничего не получается. Поэтому будем с Светой пытаться заняться другими вещами, другими делами. Да и, в принципе, так что-то на мир, если взглянуть, вообще, как бы, ну, много вещей, которых можно, чем можно заниматься на самом деле. Вот, как бы, помимо вот этого, чем, что я туда ходил, там, что-то там, день через день, это все фигня вообще. Как бы, мировоззрение маленько перевернулось, скажем так. Вот, будем пробовать что-нибудь изобретать, короче, новое. Да? Да, ты что там рассказал? Велосипед. Я сказал, что я хочу увольняться. Да. Вот. И что мы будем с тобой что-нибудь пробовать делать. Ну, у нас уже, мы уже придумали, что просто пока не хотим об этом говорить. Да. Мы придумали уже давно, но просто как-то все откладывалось, откладывалось все это дело. Ну, продумывали все варианты, как, что, как бы, как, что делать. Ну и решили, что хотели рассказать, потом решили, что лучше все-таки говорить не будем, а то мало ли, что-то начнет не получаться, как обычно. Потому что бы не рассказали, потом все, вообще нигде ничего не получается. Я вот только про машины тогда рассказал, что вот сдаю машины. До этого я просто машины сдавал год. Вообще проблем не было. Только рассказал, все машины перебили сразу. Да как так, ты думаешь, вообще капец. И вот так вот у меня в жизни примеров очень много, что вот только стоит что-то где-то рассказать, все. Все вообще начинает идти через заднее место. Вот, поэтому здесь мы решили, короче, помолчать. Нафиг надо, от греха подальше. Потом покажем, когда уже все наладится, все нормально будет, покажем. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Как-то вот в такой вот момент у нас, короче, будет маленькое изменение кое-какие. А мы пришли домой погреться. Замерзли. Вон там Света вон в этом, в капюшоне. В водолазке, хотел сказать. В капюшоне сидит. Да, очень холодно. Я вон гавкаю, видите. Ну, как бы это ладно. Сейчас маленько отогреемся, я думаю, и можно будет еще пойти погулять, что-то погулять так захотелось. Ну, походить там по свежему воздуху, так типа. Сейчас вот вроде... Вчера мы ехали, кстати, был такой туман, что было видно, я не знаю. Ну, 100 метров уже ничего не видно, все. Какой 100, да? Метров, наверное, 20, да, вперед. У нас режим черного неба на 3 дня объявлен. Ага, ну, в принципе, да, он не утихает, режим. Тем, кому интересно узнать, почему я все-таки решил уйти. Такой чик тебя показал, да, сразу. Не из-за Светы, дед. Я тут вообще ни при чем. Да. Почему я решил уйти и, собственно, вот эти все вопросы, то есть, что там вообще на заводе происходит. Всем, кому интересно узнать правду, подписывайтесь на наш канал. Мы вам обязательно расскажем в отдельном ролике и снимем про это все. Вот, и покажу. Сейчас на данный момент я нахожусь в отпуске. Вот, ну и подумываю, что надо будет, наверное, поехать, да, написать заявление. И как-то, ну вот, просто не знаю, этот месяц доработать или, короче, уже сразу, сейчас уже уйти и все. Вот, ну, пока месяц еще точно не знаем, думаю вот по этому поводу.
как-то, ну, а дальше все, дальше в свободное плавание, так сказать. Как бы продуман план, в принципе, будем его придерживаться и будем ехать по нему. Что-то мы выложили видео, где ходили в кафе мороженое, там Максу там фломастеры купили и сказали, что у Максима как будто бы день рождения сегодня, все его начали поздравлять. Ну, это было как будто бы. Да, не все услышали, видимо, что как будто бы. Макс просто сам говорил, у меня типа сегодня что, день рождения, что ли? Ну, мы просто ему сказали за хорошее поведение, пойдем в кафе мороженое, там как будто это вот все. Ну, а фломастеры мы купили чисто потому, что, ну, он хотел такие фломастеры, и как мы давно уже думали их купить, поэтому купили. Вот, как-то так получилось. И, ну, типа, у него день рождения-то не было, у него день рождения летом. Как-то так. Ну ладно, все поздравили Макса. Ну, он сказал, у меня как второе, как будто бы день рождения, поэтому, да, вот его поздравили сейчас и еще летом потом поздравили. В общем, мы будем заканчивать на этом наше видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.